Зрители, это новый выпуск по Clash Royale. Я сейчас нахожусь на аккаунте абсолютного чемпиона, который на 6600 кубков. И меня очень вдохновляют такие аккаунты, точнее такие игроки. И это не какой-то там иностранец, это наш русскоязычный игрок Бустер, блин, который, ну вот, был раньше на 5500 или сколько там, на 5800. А сейчас у него 6600. И если зайти в местный топ, можем увидеть на первом месте Лоудинг. Это тот парень, на котором я снимал недавно видос. Он взял 6600 без легендарных карт. Тоже очень вдохновил, и почти у него 6900. Если будет еще крутой материал, я обязательно сниму. Ставь лайк, если хочешь. Собственно, что я хочу сегодня на этом видео показать. Я, собственно, хочу и сам посмотреть, не только показать. У всех абсолютные чемпионы, блин, а у меня тильт. Ну как так? У меня было 5844. Ну, ребят, до конца 2 дня я буду топить. Сегодня будет стрим, и еще сегодня будет, наверное, видос на моей основе. Также хозяин аккаунта просил пропиарить клан Universal Bros. Вступайте, здесь прием 4600. Но вы посмотрите, какие здесь игроки. Здесь он 6400, 6300, 5800. Просто лютые тащеры. Вступайте обязательно, пополняйте ряды этого клана. Всего лишь одно место, но я думаю, они будут освобождаться места. Хэштег на ваших экранах. Если хотите быть в топ-клане, заходите обязательно. И понимаете, я вот все аккаунты смотрю, которые на высоких кубках, включаю боевую колоду. Но я здесь не вижу никаких големов, я здесь не вижу, ну, гиганты бывают, но в основном это Хок и Мортира. Это очень классик, очень сейчас актуально, популярно, я не знаю. Ну, черт возьми, я не могу с этой декой играть. Конкретно его колода — это старая Мортира с Хогом, очень легко контрится, не знаю, почему он с ней играет, но он говорит, что реально с ней сейчас сложно, и покажи, пожалуйста, мои повторы. Я хочу не только их показать, ребята, я хочу еще сам посмотреть. Не знаю, как вот это вот, вроде казалось бы, посмотри, как играют другие нормально, да, и сам же так играй. Ну, не знаю, надо как-то вот анализировать сейчас все. Давайте смотреть. Я уже себе сделал набросочки, мы посмотрим сейчас против Шарика повтор, против Арбалета и против Голема посмотрим. Одному Арбалету он проиграл с Теслой, очень жаль, я хотел бы именно этот повтор посмотреть, но поражение смотреть не очень. Вот есть арбалет со сборщиком. Но начнем мы, наверное, с голема, потому что я всегда думал, что голем контр. Но как оказалось, что... А, у нас же не арбалет, хуёп. У нас же мортира. Ну, тем более, голем должен быть контр мортире. Не знаю, лично я с принцами не боюсь мортиру. Ну, по-разному, конечно. Если мортира с ракетой, то это либо ничья, либо... Ну, бывает, конечно, что я проигрываю, но... Не знаю, как-то не даю мортире меня затащить. Хотя всякое бывает. Итак, ставится мортира. Бандой гоблинов отвлекается мегаминьон. Запад соперника и минус банда. Копейщики. Так, на сборщик фаербол сейчас полетит, да? Выбрасывается хок. С помощью торнадо будет хок сейчас на главное... А, нет. Вот когда много мусора, лучше на главное здание не перетаскивать хока, потому что все равно не засосешь. Юниты не дадут, которые вместе с хоком активируют тебе главное здание. Вот он, фаер. 900 хп на правой башне. Блин, я вот я сейчас посмотрю и вот буду стараться на своем аккаунте тоже, наверное, мортиры играть. Не знаю, вот после этого ролика, ребята, гоу, 3000 лайков соберем. Подписывайтесь на канал и ждите, следующий выпуск будет на моей основе. Я не знаю, какую я колоду возьму. Либо буду с големом 2 принца возвращать те кубки, а дальше уже менять. Либо сразу же поменяю деку. Короче, сегодня онлайн-катки видос про основу будет. Плюс будет еще стрим. Приходите, начну пораньше, чтобы побольше постримить. Обязательно подписывайтесь. Ну и вот мы пропустили голема. Орду мух выбросили на колдуна, но с помощью торнадо сопернику не получилось уничтожить миньонов. Плюс смотрите, какая контратака у соперника. Эликсира вообще не хватает, да и даже если и будет сейчас хватать на дракона, то смысла его выбрасывать нету. Пропускает он урон, мортира резко справа. Сопернику нечем дефать морту, поэтому он, скорее всего, поставит сборщик. Но ему тоже сейчас очень трудно ставить сборщик, потому что смысла нет. Он сейчас поставит его, фаербол ему сразу прилетит. И это, я напоминаю вам, ребята, это 6400+. Это абсолютный чемпион. То есть это не какие-то там на 5к игроки, которые не понимают игру. Здесь все... Хотя вот, опять же, я сказал в начале, да, что вот все на высоких кубках я ни одного не видел с големом. А вот и пример... Соперник наш, точнее, да, наш соперник играет с големом. Может, кстати, попробовать. Я знаю колоду с големом, которая без сборщика, но с ракетой.
Голем, там она недорогая, голем. А, почему? Как его ник, я забыл. Гамбер или... Нет. А, Гамбер это этот, на котором я нахожусь. Забыл ник. Тоже големом недорогим играет. Ладно, вспомню, скажу. Есть люди, которые тащат из голема. Ну, может и не буду менять деку. Может, буду до конца топить голема, потому что, ну, вы видели, что лучше всего у меня получается именно с ними. Как говорил мне Елисей, не надо менять колоды. У меня такое было. Я к одной колоде привык, говорит. Апаю, 5800 взял. Только решил поменять колоду. Все, лютый тильт. Ничего не можешь сделать. Сливаешься, меняешь. И потом бомбишь. И, короче, назад уже очень трудно вернуться. Поэтому желательно играть всегда одной колодой. Хотя, я, например, сторонник разнообразия, да, то есть я гедонист, говорил, что я не люблю одно и то же из сезона к сезону играть одним и тем же, да и многим тоже это надоедает. Но если у нас стоит выбор между поднятием кубков и рутинности колоды, то лучше уж выбрать рутинность колоды и поднять кубки, потому что если мы будем разнообразные деки подбирать, хотя я не просто разнообразные деки, я же хочу подобрать ту деку, которая нам, с которой можно будет подняться. Хотя я вот смотрю, ну вот, блин, куча колод с мортирами. Я хоть убей, не могу с ней играть, не знаю. Ладно. Что у нас тут? Так, на нас идет мушкетер, сейчас будет арбалет. Итак, как мы будем дефать арбалет? Копейщики. Так. Орда миньонов. И у соперника нету ни фаера в этот момент, ни огненных духов. А, нет, вот они, огненные духи. И вот арбалет даже на таких маленьких мизерных хитпоинтах умудряется снести очень много хп. Поэтому, блин, его надо постоянно дефать до конца. Я когда-то упустил арбалет и думаю, ну ладно, пойду по другой стороне, а он сам по себе там сдохнет. Он нанес нам урон, по-моему, драконам. Ни хрена, блин, он просто может стоять пол игры, наверное, мне такое ощущение. Ну он пипец живучий. Пропустил соперник пару тычек от Морты. Сейчас будет Хок. Нет, копейщиками отвлекается мушкетер. Готовится сейчас арбалет. И готовится с нашей стороны. Нет, готовится сборщик. Мы сразу идем хогом слева. Скелетики запаются. Ну вот видите, у нас сложности нет, потому что нету у соперника Теслы. А вот Тесле он. Арбалету с Теслой он проиграл. Вот мне было бы интересно, конечно, как бы он выиграл арбалет с Теслы, так как. Ну, я не знаю, когда я играю против арбалета с Теслой, хогом мне Unreal вообще что сделать, потому что он ставит эту Теслу и скелетиками за один эликсир любых юнитов, которые идут позади, там, отвлечет, перекрутится, куча недорогих карт у него. Это просто нестандартно какая-то колода. Я извиняюсь. Вот, поэтому, мне кажется, за счет этого он и взял эту победу. Но, тем не менее, знаете, судить по одной катке очень глупо. Ведь у него 6600, он ведь до этого тоже кого-то выигрывал, правильно? Он не спал, не проснулся, ему раз 6600. Естественно, он же против разных соперников играл, с разными колодами, разный у каждого скилл. И... 3-3 эликсира, старая мортира. Кстати, вот кто помнит эту мортиру? По-моему, сказочный пони играл с этой колодой. И я снимал про нее видос. Мне, честно, я смотрю, думал, что-то будет вот, ну, не знаю, как по мне, игра с мортирой, она скучная. Мне она не нравится вообще. Какого-то экшена нету, знаете, там, дожди с двойного эликсира, и там начинается. Как-то не знаю, по-моему, у пони бревно было. Окей, давайте посмотрим сейчас, какой тут CO, 6600, а здесь у соперника сколько? 6700, посмотрим против этой, последний повтор. Наверное, все равно не буду, вот конкретно его колода я вряд ли буду играть. Я просто хочу посмотреть, может, какие-то интересные ситуации. Блин, ну жалко, вот все равно, когда вот беру аккаунты на обзор, все равно те... поединки, те колоды, которые я хочу видеть, сука, как назло, их нету. Какие-то странные, вот непонятные, вот шарик фриз, ну камон, ну я вряд ли там против шарика фриза буду играть. Мне было интересно против трех мушкетеров с гигантом. Какая еще дека мне чаще встречается? 2.6 хок, почему бы и нет, очень популярно. Какие еще колоды?
Какие мне... Я даже не могу вспомнить сразу. Мне вчера пипец сколько колод подбиралось. Да в основном Хог. В основном Хоги. Хоги против Мартиры тоже интересно было посмотреть. А тут достаточно странные у нас реплеи. Ну, что имеем, то имеем. Я там просто вниз полистал. Там уже другая колода была, поэтому, по-моему. Но я не нашел самых подходящих. Точнее, самых подходящих это вот эти три реплея, которые сейчас вы видите на экране. В принципе, против Шарика сложностей никаких не должно быть. У нас достаточно разных карт, которые дефают его. Мартирой можно отвлечь таргет, миньонами, ну если там колдун, к примеру, да, то фаером можно тушить. Потушил фаером, Мартира добила мага, выбросил копейщиков, такого угодно, летучих мышей, забайтили на зап, выпустили орду мух и так далее. У нас много реально дефа от Шарика, но... Есть же такие моменты, где можно пропустить, да, к примеру, потратить какие-то карты, нас забайтили, и сразу идет контратака с фризом. Дело в том, что тут можно за один заход снести, если все грамотно, точнее не все грамотно, а если просто вовремя кинуть фриз. Вот, сейчас фриз был в деф, потому что по-другому там не задефаться было. На колдуна, по-моему, колдуна не было в цикле. И фаерболом добили колдуна. 645 хп. Просто, я не знаю, как младенца выигрывает. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, друзья. Вот есть у меня такие подписчики, которые меня вот сейчас смотрят и сидят на 6000 плюс. Ну, я понимаю, что, может, они не постоянные, но вы смотрите этот видос. Дайте какой-то, я не знаю, совет, вот. Какую выбрать вот мету, чтобы вот реально сезона к сезону можно было придрочиться к ней. И потому что сейчас сезоны будут такими, что будет легко поднимать высокие кубки. А я вот именно хочу. Мне, конечно, многие... У меня есть бустеры, которые тоже на опыте. Ну, я не знаю, мнение большинства еще хочу послушать других людей. Может, кто-то мне что-то подскажет. Тут мне нравилось, вот реально, меня научил играть двумя колодами Елисей, вот кто помнит этого игрока? Вот, блин, классно, он меня научил гигантам 3 спыла, вот объяснил, подсказывал, говорил, тут лучше не выпускай гиганта, нету смысла там. Ну, как-то я, знаете, как школьника научил, я не умел, он меня научил. А, вот, и Голем 2 Принца, это тоже он мне посоветовал деку, и как видим, что одной, что другой колода я добивался результата. Вот бы мне такого человека, который бы меня, не знаю, вот... Где-то дал мне какой-то совет, колоду подсказал, и, может быть, немножко с этой колоды меня, ну, не то что поднаучил, но там потренировал, я не знаю, как это назвать, короче, напишите в комментариях, если есть такие, свяжитесь, возможно, вы мне какую-то колоду посоветуете. Вот такая вот была сегодня, ребята, колода с Мартирой, 3-3, красавчик, Гриша красавчик, что поднял 6600, но колода... Блин, не знаю, она мне не нравится. Вот, что мне не нравится, а что мне интересного? Ничего. Мне она не очень нравится. Кто-то любит играть с ней, я нет. Ну что ж, друзья, на этом я буду завершать. Спасибо вам всем за просмотр. Приходите на мои стримы, ждите видос по моей основе. Буду пытаться, хотя... Что-то мне... Я сомневаюсь, что я за 2 дня сейчас на 6к вылезу. Хотя, а кто его знает? Вдруг сейчас мне зайдет. Подписывайтесь, следите и поддерживайте. Спасибо всем, вам удачи и до новых встреч. Всем пока.